Объемы производства продукции и легкой промышленности Казахстан намерен увеличить вдвое. Такую задачу на ближайшие 2 года ставит для себя страна в рамках реализации специальной дорожной карты, которая предусматривает ряд действенных мер, направленных на поддержку и развитие отрасли. К слову, дорожная карта рассчитана до 2021 года. Эту работу сейчас взяли, в дорожной карте впервые поставлено, то есть мы не просто что-то там, процент, а вот комплекс, все, начиная от царя до подготовки кадров, все вопросы отражены. Теперь нам крайне важно, вот с марта начали ее реализовывать, эффективно ее реализовывать. И для этого создан проект «Новь», с которым ежедневно 2 недели раз Скляр возглавляет, я заместитель, со всеми участниками каждые 2 недели в 4 отраслях с акиматами все обсуждаем, все вопросы на месте решаем. Отметим, за последние 4 года объем производства продукции и легкой промышленности увеличился на 57%. Сегодня этот показатель достиг 87,5 миллионов тенге. По словам экспертов, в стране действует свыше 1000 предприятий легкой промышленности, где занято более 900 тысяч человек.